Большинство взрослых людей, как правило, танцуют на вечеринках, и мало кто из непрофессионалов готов выступить перед зрителем на сцене. Эту ситуацию решили изменить в клубе «Голоденс Риверсайд». Здесь стартует проект «Танцуй в компании». Это первый танцевальный проект для бизнес-сообщества Челябинска. И вот сегодня у нас на площадке официальный старт этого проекта. И мы очень рады тому, что нам удается реализовать эту идею. В течение целого месяца топ-менеджеры известных компаний, объединившись в команды из 4 человек, будут обучаться танцам под руководством профессиональных преподавателей. Когда нас пригласили, очень было много сомнений, участвовать не участвовать в данном проекте. Так как мы разносторонние люди, творческие, мы решили все-таки поучаствовать в нем. Авантюра когда-нибудь все равно должна происходить в нашей жизни. Почему не поучаствовать? Когда нам поступило предложение, мы решили, что наша жизнь должна состоять не только из работы, но и из приятных моментов. Потому что это весело, потому что это творчески, потому что это большой-большой компании, потому что это объединяет. По итогам жеребьевки каждой команде достался определенный танцевальный стиль. Теперь необходимо подготовить номер и выступить с ним. Жанр – это стиляги. Это может быть очень круто. Нам попалась тематика Чикаго. Интересно, я думаю, что у нас получится. Нам досталась визитка кантри, и мы как-то не очень на самом деле рады по этому поводу. Будем ожидать, что это все хорошо закончится. Мне кажется, что эти жанры самые универсальные, самые интересные. Уже не один десяток лет, и, по моему мнению, они никогда не исчерпают себя. В данном проекте танцевальный опыт участников практически не имеет значения. Преподаватели клуба обещают научить танцевать всех и каждого. За короткий срок возможно обучить абсолютно не танцующих людей. Разница только в том, насколько сложной будет хореография. Лично я танцевать никогда не умел и никогда этим не занимался. Но всегда было такое желание этим заняться, и никогда не было такого повода. Мы профессионально не танцуем, никто из нас не танцует. Будет сложно, но мы готовы выложиться на все 100. Проект «Танцуй в компании» уже был реализован в Санкт-Петербурге и Тюмени. В нашем городе он представлен в абсолютно новом формате. Проект призван продемонстрировать, каким образом взаимодействует команда, как распределяются роли внутри микроколлектива и каким образом все участники процесса объединяются для достижения общего результата. За время подготовки съемочная группа Beauty Time посетит репетиции каждой команды. Подробности совсем скоро.